Наверняка многие из вас задавались таким вопросом, как я поставил картинку на ютубе вот на моё вот это новое видео, кстати, посмотрите его. В общем-то, сегодня я вам покажу, как это сделать. Начнем с первого того, что нам нужно скачать редактор. Так, даже он не тут, а редактор... Ага, вот, творческая студия YouTube. Вот вы после того, как скачали, открываем. Вот она открывается. И вот, видите, мой канал, тут уже все само поставится. И вы должны выложить какое-то видео. Ну вот сейчас вот я, к примеру, какое-нибудь любое выложу. В общем-то, ребята, вот я сейчас уже заснял видео, и сейчас мы его с вами выложим. Вот. Просто оно выйдет, ребят, наверное, но вы его просто можете не смотреть, это просто так вот. Просто я там не знаю. Просто вот вам к примеру. И я поставлю туда, ну, вот любую картинку. Наверное, грибы какие-нибудь, я там не знаю. Ну, посмотрим. Смотрите. Вот началась загрузка. И сейчас мы идем в редактор. В редакторе мы делаем вот так вот. И видим, что у нас уже есть новое видео. И, ребята, есть два варианта. Либо вы сами просто создаете приложение, ну, что-то, фотографию, которую поставите, либо скачиваете приложение для этого. Вот, сейчас я вам его покажу. Вот это самое приложение, VampNail. В нем можно, допустим, вот так вот сделать, VampNail маркер. И вот выбираете вот разные тут картинки. Но тут пока что есть только два варианта, но давайте вот этот. Мы поставим, я не знаю, к примеру, вот это. И еще можно поставить текст. Давайте напишем. Мир. И, допустим, вот так вот. Дальше мы это сохраняем. Реклама, конечно же, как без нее. Окей. Сейв. И самое главное, забыли. Нужно это убрать, но это за подписку, так что... Смотрите, делаем вот так вот и идем в наш редактор. Далее в редакторе мы нажимаем на видео. И вы уже наверняка заметили, что мы еще грузимся. И тут есть кнопка «Редактировать», как карандаш. И тут есть «Изменить значок». Нажимаем. И надо немножко подождать. Он бывает подлагивает. Извините, я перепутал, он не подлагивает, просто я забыл вот так вот сделать. Нажимаем «Выбрать». И все. Вот так вот все легко. Так, отмена. Сохранить. И все. Теперь он появится с этим значком. Вот так вот, ребята.